Всем привет, с вами я, Мистер Найк, и сегодня мы поиграем в Far Cry 3. Это будет обзор. И... обзор. И... и свободная игра. Я просто проходил тут. Главы 8 дошел. Так, и сейчас я буду делать обзор. Кто не знает, эта игра очень нормальная такая, ну, хорошенькая такая. Игрушка очень прикольная, уже практически... Кстати, вы, если кто со мной согласен, что Far Cry 3 и Far Cry 4, это... кто согласен со мной, что... если вы думаете, что Far Cry 4 хорошая игрушка или Far Cry 3, напишите в комментариях, что лучше, Far Cry 3 или Far Cry 4. Так, вот... Так, у меня немножко подлагивает. Так, вот... Кто не знает, нашего героя зовут Джейсон. Игра очень классная. Здесь есть открытый мир, но остров. Мы попали на остров к Васу, такому пацану. Но он, вот сколько тут всяких штук. Так, вот море дальше. Надо открывать радиовышки. Вот эти радиовышки, чтобы открыть всю карту, вот эту, всю карту. У меня немножко так открыто, у меня вроде 7-8 открытых радиовышек. Так, и вот я сейчас заметил вот эту фигню. Я сейчас туда телепортнусь. Вдруг чем там, я просто не телепортировался никогда туда. Так, вот, телепортировались. Так. Я тут могу оружие. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо, я лучше уйду отсюда. Тут есть планер. А зачем у меня? Ладно, у меня даже есть лучше планера. Хотя, не знаю, что лучше, планер или, короче, какая-то там фигня, я вам покажу, кто не знает. Так, эта игра очень классная. Здесь в сюжете надо, мы попали в Асу, как я говорил, и он не любит гостей, ну, типа, как бы вам сказать, и он хочет убить. Хочет это. Вот. И мы, и нашего брата, как там, я его не помню, как его зовут, но нашего брата он убил прям в шею. Вот. И там мы должны спасти друзей. Кита, Оливера, Райли. Брат умер, Райли умер. Лиза и Дейзи. И мы их должны спасти. Я их спас. Сейчас вам покажу, где они находятся. Тут они в пещере. Вот в этой пещере. Тут я и тут. Что? Я ничего не делал сейчас. У меня мышка что-то. Что с мышкой? О. Что сейчас было за фигня? О! Я не могу в эту пещеру, оказывается. Смотрите, я почему-то не могу в эту пещеру заходить. Почему я не могу в пещеру заходить? А, ну ладно, вы посмотрите, обзор посмотрите. Ну, не обзор, а как-нибудь посмотрите. Я просто что-то не могу, реально. Что за фигня? Нет, у меня рюкзак переполнен, я не хочу. Так, ну все, давайте просто поугараем немножечко. Свободный будем и пока что играть просто миссии. Я просто не хочу выполнять. Я практически не буду про нее снимать, извините. Так, я хочу попробовать. Хоп. Давай. Да, вот эта штука. Я так могу летать. Раскрыть парашют. Нет, не хочу. Ой, не, реально, мне надо сейчас раскрыть парашют. Вот. Так, все, раскрыл парашют. Там пиратов нет.
пиратов. А, кстати, тут это эпично. Вы посмотрите, посмотрите видео там про это убийство Васа. Так, идем. Что это, акула, что ли? Нет, это не акула. Тихо. Надо пригнуться. Да вот тут пираты есть. А тут что, пиратов нет? Пиратов нет? Я это не проходил вообще-то. Пиратов нет, офигеть. Ладно. Прям придется вот отсюда тогда. А, по-моему, отсюда и надо. Так, вау. Рюкзак полон, удерживайте. Мани. Так, ладно, побежали. Что? Пираты! Тихо. Пираты, господи, они чуть меня не спалили. А хотя... Прицел бесит немножко мне. Ой, так, присесть надо. Я не Броди, я Джейсон. А, вау. Эй, хэдшот, бич. Ника. Вот, долбанный Джейсон, сказали. Опа. На нафиг. Быстрое убийство. О, две машины. Класс. Так, что тут есть у нас? Боб. Ру. Бабло есть. А, типа они на подмогу пришли. Ага, понял. Так, надо... А, я уже восстановил. А, мне восстановил здоровье. Ладно, поехали. Let's go. 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 Let's go. 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 Let's go. Олененочек. Так, ладно, поехали. Я олененка, блин, сбил. Молодец, я. Так, ладно, едем. Едем, снесло. Да, маленькую. Что? А, это машины, показывается, какие-то волки, типа, какие-то животные. Так, ручной тормоз. А пошлите-ка мы на лодке покатаемся. На лодке... Тоже классно. Так, для начала я возьму... Где? А, вот. Контейнер. Ага, 30 балла. Нормально. Все, вот, поехали. Давай, поехали на лодку. На лодке поедем сейчас. Куда-нибудь. Ой. Ой. Анимация. А, пофиг. Эпик. Не эпик, вообще не будет эпика. О, вау, как раз сейчас сюда справа. Вот, сюда. Все, пофиг, я пошел. Мне пофиг. Там чё, какие-то звери. А, нет, это черепахи? А, да, черепахи. Блин, они так светились. Ты чё боишься? Ну, им пофиг, у них же... Им же должно быть пофиг. У них же панцирь. Горопата какая-то черепаха. Ладно, пофиг. Чё нам делать? Уплей действия выполнено. Я даже ничего не делал. Вы чё? You play, без разницы. Так. Ой. Контейнер. 77 бабло, нифига себе. А, тут что, никого нет? О. Типа сокровищ. Да уж, блин, никого нет. А, там. Там кого-то. Там какое-то животное. Убивают. Стро. Господи, блин. А, вау. Нифига себе. Вы это видели? Нифига себе, нафиг. Офигеть. А где тот? А, его вроде сожрали. Да, его вроде сожрали.
Ладно, пофиг на него. Топ 48, нормально, растем. А, вот он. Деньги. О, 8 было. Мало так. Ладно, сойдет. О, тут же какое-то письмо. Посмотрите, там на карту вон какое-то письмо. Открытка какая-то. И чё? И как? И когда? И куда? А чё, мой что ли? А, это моя лодка. Ой-ой-ой-ой. А, вот откуда. 47 бабла. Вау! Чтобы взять потерянное письмо. Плюс 500 XP. Одно из 20 потерянных письма. Мой брат Ито. Ладно, понял. О, там какое-то... А, ладно. А, это письмо про пропавших. Кто пропал, кто писал этим там своим друзьям, мамам, папам, там кому-то писали. Господи, краб, ты меня... Нет, он нормальный такой, блин. На прицел 10. Офигеть! Сколько крови. Ладно, пофиг. Пофиг на него, поплыли. Блин, там моя лодка. Так, идем просто куда-нибудь идем. Вот там эти пираты. Ну, все к ним поплыву. Тихо, вернем-ка. Здесь никто не водится? Сейчас позырим на карту. Не, здесь никто не водится. Класс. Рыбка. Стоп, тут там пацаны. Дедушка. Вау. Они стреляют там. По тигру. О, как мне не повезло, они могут мне сейчас палить. Сожрал. Тигры даже немножко мне помогут вообще. Ой, меня палят. Тихо, тихо, тихо. Сожри, сожри. Один есть минус. Когда я поплыву, они меня убьют. По-моему. А, не, если по стелсу. Тихо, тихо. Тихо, отстань. А. Тихо, стоп, 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 стоп. Они идут ко мне? О, где они? Это магии, их нет. А, ну они где-то там. Прячемся в дом. Тут могут прийти эти пираты. Если их много, то это плохо. Если мало, очень хорошо. А, тут же есть машина. А, вау-вау-вау-вау-вау-вау. Они реально магия, их нет. А, они пошли охотиться вроде. Да-да-да-да-да, я так и знал, они пошли охотиться. Но это даже к лучшему. Поедем отсюда. Это мы сейчас, наверное... А, нет, да, я верю. Ой, извините. Да, мы скоро сейчас будем, наверное, заканчивать. Это получится маленькая серия. Такая маленькая. Сейчас докуда доедем нибудь? Докуда доедем? А. Ну, куда-нибудь доедем. И поедем. И это. Будем прощаться. Раз пока что. О, вы видели? Кто не посмотрел там, когда я шел, ехал, там пират шел, и он затормозил, когда я его задавил. Господи! Блин, я сейчас. Мне чуть не попали. А, у меня же есть. Мне попали. Черт. Вау. Тихо. Стоп, нафиг. Прям здесь был. Я его что, убил, что ли? Я не Броди! А, это же моя фамилия.
Джеймсон. Джеймсон вроде. Вроде. Фамилия вроде. Ой, господи, блин. Блин, сейчас это, куда-нибудь уедем и будем прощаться. Йо, да блин, они тут везде. А я вроде тут миссию эту проходил. Тут где-то есть миссия. А, нет, не тут. Вроде есть тут миссия такая. Черт, 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 черт. Еще чуть-чуть я бы застрял. Я застрял? Вот тут я. Блин. Блин, блин, блин. Реально как-то страшно. Немножечко. Ладно, гоу отсюда. Тебе будет очень больно. Тебе будет очень больно, пацан. Нет. Это не я. Вы с кем-то спутали. Квадрик! Вы садись, садись, садись! Ой, черт-черт. Тебе повезло, я тебя не убил. Уедем отсюда нафиг. Блин, опять тут они. Хотя бы квадрик есть. Нет, не хочу. Практически уехали. Так. Ну все, мы оторвались. Ох. Так. Ладно, давайте прощаться. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Да, не забудьте комментарии. Это написать в комментариях, что лучше, Far Cry 3 или Far Cry 4. Ну все, всем до скорого, всем пока-пока.